что это нормально, что вот незнакомый мужчина подходит и предлагает подержать вас на руках, еще и сфотографироваться заставляет? Как вам это? Нормально. Нормально? Посмотрите на него, ну какой из него игрок в дартс, ну это вообще смешно. Он еще не знал, что в конце я ему предъявлю. Мы приедем домой, я скажу, ага, держал баб на руках. И мы мчим на квадроциклы. Я думала, здесь как бы все это понятно, видите, да? Смотрите, змея прям в озере была такая огромная. Ой, не знаю, ребят, не буду ничего комментировать. Смотрите все сами. Мы проснулись неожиданно для себя на завтрак. Я просто должна показать, что я ем. Творожок немножко, и яйца, и огурцы. У Ленки яишенка, у Олеськи булочка. Так, ну вот мы покушали. Игорюшка спит у нас. На завтрак не проснулся, хочет поспать. Ну, а пускай спит. Вот, смотрите, потягушки какие. Попка вон какая. Мы собираемся на бассейн. В прошлый раз я приехала с такими усами и с такой старостью на глазах, что сейчас я буду изо всех сил мазаться защитным кремом. Так, будем делать все, как меня учил мой косметолог. Сначала нужно обмазать лицо тоником. Плаш уравновесился. Да, вроде уравновесился. Вот видно прям вообще плаш совсем прям уравновешенный стал. Теперь я воспользуюсь натурой Сиберика, и я ее сюда под глаза мажу. Теперь берем защитный крем для загара. В первую очередь, ребят, те усы. Я с ними очень долго пыталась бороться, поэтому мы сразу намажем на усики. А я ничего. Второе, это на старость намажем область глазами. Говоришь, поздоровайся, пожалуйста. Вот, теперь писи. Я отодвинусь вот так сюда. Быстрее, Люб, ты реально пиздец сейчас будет тебе. Давай. Люб. Ну чё, скорость? Люб, твоя мать, это пиздец как надо. Блядь, читаю. Камеру не включай. Это пиздец. Как вот купаться после того, как вы намазали защитными кремами? Вы купаетесь, да? Ой, что-то пошло не так. Подождите, зеркалом воспользуюсь. Ничего. Чего вам надо, шмары? Ничего. Ходи. Давай свою жопу тащи на пляж. Зайдите быстро. Я еще не собрала. Приехала, на море ни разу не была. Тебе стыдно? Я хочу на вонючем бассейне отдыхать. Ну, пожалуйста, к ней. Брат. Лезь. Зачем тебе? Проснулся кто-то только что, да? А вы считаете, это законно приехать на море и спать полдня? Это пиздец. Так вообще... Tú conmigo, qué tonto, qué tonto he sido yo. Сегодня мы играли в дартс. Ну что, ребятки, подходит время до следующей игры. Сегодня это дартс. Многоуважаемый Андрей нам сейчас поможет, он нас рассудит, иначе мы все тут пересремся и будет непонятно, кто выиграл. А этот человек профессионально разбирается в дартсе не один раз. Дротики метал. Раньше это называлось дротики. В моем детстве, по крайней мере, в комнате, когда маленький был, висел дартс, поэтому я постоянно в него. Правила все помним, да? Да. Поехали, начинает у нас Люба. Дартс. Это, конечно, такая тема очень. Повезет, не повезет. 3, 2, 1. Артиллерия, огонь. 50.
Я уже давно выявила, также, кстати, на курортах, что я отлично стреляю. Любые всякие стреляльческие херни всегда выигрывала. И я понимаю, как там надо совместить вот эту мушку с этим вот дулом. Нормально все попадаю. Выигрываю везде. А дарт тут как бы нет глазомера, мне кажется. Тут все зависит от того, как у тебя ровно будет рука кидать. Соберись! Следующий мистер Игорь. Где Игорян, где дартс, да? Посмотрите на него. Ну какой из него игрок в дартс? Ну это вообще смешно. Поехали! 17. Ну что-то после того, как я два раза подряд выиграл, потом проиграл в бассейне, я понял, что что-то пошло не так, скорее всего, проиграю. 30. Все непредсказуемо. 31, Игорек. Спасибо. Игорек. Обратите человек внимание, загар, подкрепление. Давай. Человек-загар. Человек-загар. И худые ноги. 18. Нереально крутая игра. Я уже с ней сталкивалась, играла. Не помню, на отдыхе, мне кажется, в Египте. 0 лет. 0. И... 18. 62 балла. Ну так уже, у меня рука немножко набита, поэтому что-то как-то, что-то я понимала. Веся! Счастливый поцелуй. Олеська так сильно переживала, она прям тряслась. Я дарс, я не знаю, что делать, не знаю, что делать. Я говорю, короче, сейчас у меня будет волшебный поцелуй от меня, и ты по-любому выиграешь. Поддержка будет. Давай, аплодис, аплодис. Лезь, давай. Сильнее! Нормально, нормально, лей, давай. Давай, давай. Вот. 55 баллов, аплодисменты. Следующий мистер Антон. Мистер Антон, давай. Я умею играть в дартс. Давай, надо 70. Центр. 70. Давай, целься на 70. Минимум 2 будет центра. 70. Давай. Давай, Антон. Оп, хорошее начало. Ой, кто-то хочет задание выполнять. Остановку потерял немножечко, поэтому сейчас немного так сложил. Аплодис, 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 аплодис. Первый и последний игрок у вас, план Эрика. Давай, 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 давай. Как на тренировке, давай. Опа. Это был мой первый опыт, до этого я ни разу не играла. Давай, давай, давай. А, вот есть такие отстойные цифры. Честно говоря, была уверена, что я проиграю. Давай, давай. Еще 3 круга. Брейк. 25 баллов. Первый раунд. Люба 68, Игорь 31, Панда 62, Леся 55, Антоха 37, Эрика 25. Отлично. На начало, Люба, лидер чемпионата. Блин, как же давай. Здорово. Давай. Она ты измерение с тобой вдвоем плохо было. Я не знала, что это скорость. 54 балла. Аплодисменты. Игорек. Игорек. Надо поднажать, да, наверное. Да, вообще, что-то... конца второй. Подождем. 32. Опа, я забил. Панда. Панда, капанда. Только подожди, не спеши. Не как с пулемета. Хорошо, спокойно прицеливаться. Мне помогают, вы заметили. Да, да, давай. Да. Пошла, панда. Опа, так большое. Я не сам это толкнул. Любовь. 54 балла, правда, второй бой. Ты их такой в троице. Да, встает 45. 88. Я тебе говорила. Да, а вы когда Эрика. Кидаете, вы наугад кидаете? Я, ну, да, я наугад. Я к центру. Как это, ребята? Короче, мы целимся и попадаем. Давай. У нас было 3 раунда. Первый раунд я, собственно, и была последняя, потому что целилась. Ну и, как правило, если ты стараешься, то у тебя ничего не получается. Оказалось, что все бросают наугад, и их очки быстро очень растут. Поэтому во втором раунде я уже решила применить эту стратегию и уже никуда не метила, просто лишь бы куда-нибудь попасть. Эрика. Давай, Эрика. Собственно, сразу же мои результаты, мои очки выросли. Люба, только не надо никуда спешить, хорошо? Ой, сейчас точно должна быть красивая. Никуда не спешить. Да, спокойно, уверенно прицелилась.
Прицелилась. Перебарщили. Давай, давай. А я посмотрел девятку. Люба, соберись. Давай, давай, давай. Они тебя сглазили, Любси. Они сглазили. 58 баллов. А, утроение попало. Не все так плохо. А утроение сделало свое грязное дело. Мистер Игорь. Мистер Игорь, блядь, Игорь Хилман. Мистер Аутсайдер. Все нормально. Все можешь исправить за один раунд. У тебя 5 дротиков, можно там страшное количество выбить. Поехали. Гребаный дартс. 32 балла. Почти рот. Аплодисменты. Так оно и вышло. Мне получалось бросать все время какие-то мелкие цифры. Там пару раз, по-моему, даже не попал в этот дартс и отлетело. Мисс Леся. Давай, миссис. По традиции, в серединку. Миссис Леся, поехали. Андрей, поцелуйся тоже Лесю. Давай, Антон, промахайся. Надо, чтобы новый был исполнитель желаний. Оп, ну что, объявляю баллы. Первое место. Мисс Леся, 210 баллов. А я ее перед каждым кругом целовала. Короче, она вообще просто порвала всех, выиграла, заняла первое место, реально. Но мне кажется, это не случайно, это все мой волшебный поцелуй. На втором месте у нас... Панда! Ой, вообще крутая игра, я с удовольствием повторила. На третьем! Люба! Что-то поначалу все было круто, особенно на тренировке, а потом так себе. Четвертое место! Эрика, 145! Я думала, что, скорее всего, я буду, может, предпоследней. Оказалось, что на четвертом месте. Почетное пятое место занимает у нас мистер Антон, 102 балла. Приколите, жесть. Проиграл Игорян, чему, конечно, мы все безумно рады. Чувствовал, сглазил, кто-то меня сглазил. Мистер Игорь у нас будет исполнять желание. Так ему и надо. Это прям классно. Все молодцы, всем спасибо. Поблагодарим от души нашего прекрасного Андрея. Спасибо. Да, спасибо большое. А задание мы будем придумывать еще в течение дня. Попозже мы тебе скажем, что мы его заготовим. Ты увидишь, я думаю. Ну что, Игорян, опять 25, да, мой хороший? Ничего, что-то пошло не так. Два раза выиграл конкурс, два раза проиграл. Игоряну опять не повезло. Второй раз парень попал, как бы придумаем задание. Всем привет! Мы, короче, закончили наши дела. И мы мчим на квадроциклы! Олесь, что ты ждешь от квадроциклов? Не знаю, я первый раз. Адреналин. У тебя будет пыль из-под колес там херачить? Я не умею водить, посмотрим. Олесь, давай, покажи, как ты ехать будешь. А вот покажи, как я буду ехать. Ой, вот она. Корзиночка. Охранника. Реакция. Бесценно. Я просто порвалось боди. Я его только купила, оно у меня вот здесь порвалось. Да. И я думала, что я его оставлю только для бега. Но потом я подумала, может быть, сделать хедмейд. И мы взяли, разорвали. Вот у меня эта леська просто, она так уже делала в своей одежде. Научила себя. Да, и вот получилось вот так. Очень классно. Да. И шорты крутые. Спасибо. В Таиланде 200 бат. Who it is the best in the biz. Ever be alert, cause they checking for the kid and the sin. Yeah, I'm back, just doing what I do. Во, поехали кататься на квадриках. Очень хочется поскорее сесть, как газануть прям, чтоб Олеська пылью дышала. Лен, покажи, как надо фоткаться, как девочка фоткалась. Вот, ручки на пояс. Вот, как хорошо. Ой, да-да-да. Такая крутая ситуация была. Я, в общем, в своем комбинезоне любимом милитари, в кепке милитари. И мы приезжаем, и из Рязани семья была одета так же, как я. А вы из какого города? Да. Рязани? А почему вы не семейно оделись в милитари? Не семейно. А, не хочу. Смотри, там синема, а тут это милитари. А, да, мама... А,
Настроение, да? Мужчина в шортах милитари такого же цвета, в майке тоже какой-то милитари, и девочка в таком же практически костюме была. Совпадение? Не думаю. О, ну смотрите. Лапочка, дочка, смотри. Да, да, да. Смотрите, папа, дочки, домработница. В итоге мы с ними там пофоткались, пообщались, вообще они такие классные оказались. О, нифига себе, это папа научил, сразу видно. Она слишком крутая для этой фотографии. Круто, круто. Это мне все равно выложим, как будто это мама. В Москве есть еще мама. Лен, по-моему, это не очень хорошо. Я бы не стала говорить, что это хорошо. Мы приехали, когда ждали наших квадроциклов. Мы 150 уже лет посидели, шишки пособирали, уже какой-то фигней пострадали. Больно, да? От шишки. Пойдем покажу. Мною в ходе моей прогулки было зафиксировано странное дерево. Одна штука. Смотрите, какие странные шишки на нем растут. И круглочки похожи на яички. На растрескавшиеся. Конкретика хотелось бы, на яички. Какого-то невиданного существа. Ничего, как профессионально. Сразу увидела яйцо. Открытое такое с окошком. Круто, цикаты. Естественно, конечно, я в него залезла посмотреть, что там происходит, кто там живет. Люба мне там шланг давала и кормила меня, как типа червячков. Смотрите, вылупилась. Подожди, надо червячка тебе дать. На, червячка. Червячка покушай. Вот так, молодец. Фига себе, не знала, что панды в яйцах вынашиваются. Конечно. Нет, залази еще раз, я осталась эту штуку вниз. Смотри. И только через час нас вывезли, блин, на эти квадроциклы. Скажи, как ты будешь от пыли защищаться. Давай. Making noise, Henderson, the announcer. Stay ground bars, all I'm missing is a bouncer. Ain't fucking with my camp, my position is a counselor. They say that life a bitch, but don't you dare denounce her. Как вам, бабоньки? Ой, это вообще шок, это супер экстремальная трасса в моей жизни. Да я снимаю, у меня камера также трясется. Смотри, а я еще это прижгла рулем горячим. Прям экстремально, очень. Очень. Я первый раз, меня вон вообще трясет. Еду, тут руки трясутся, руль из рук выпадает, а жопа скользит. Здесь у меня до сих пор правая рука трясется, тут моя. Ну я настолько вошла в страх, что кричала какие-то янки спереди. Быстрее! Блядь, прекрати на горло жать! Быстрее, быстрее! Это самая экстремальная, мне кажется, была поездка в моей жизни, потому что мы ехали по каким-то булыжникам, через речки, через какие-то каналы, непонятно, чуть не перевернулись 300 тысяч раз. Ну как вам, ребят? Хочется спросить, как вам, потому что для мужчин, для парней... Это... Нет, надо сильные руки, чтобы руль... Не, ну да, реально, руки очень устали, надо напрягаться, капец. Я говорю, хорошо, что вы все-таки вдвоем сели, потому что с мизинцами она бы не удержалась. Я думаю, здесь как бы все и так понятно, видите, да? Снимай на реакцию, если они будут кричать, змея или крокодил. Потом, короче, решили немножко взбудоражить купающихся туристов и разыграть сцену, что там змея. Я говорю, смотрите, змея прям в озере плыла, такая огромная. Что, змея? Змея, смотри. Змея, смотри, смотри, аккуратно. Да. Мы любим змей. Сзади. Смотрите, аккуратнее. Вон она, за крокодилом сразу. А там ни хера не было. Они такие, ого, но они пьяненькие были, похер, в принципе, было. Крокодил за акулой. Акул вы не любите, да? Крокодила нормально, ребята. На озеро привезли, говорят, вода чистейшая, хоть пейте, хоть горло полощите. Здесь, смотрят, там вообще какое-то болото, какая-то, не знаю, сыворотка мутная. Вы не знаете, тут это и все, где можно покупаться, да? И первый раз приехали. Или еще где-то есть наверху. Ты их спросил, как будто они на райончике тусят такие. Мы приехали типа а-ля на водопад и на озеро, в котором мы должны были купаться. Смотрели на это так на все. Засрано, жесть. Я говорю нашему проводнику, может быть, подняться надо в гору, может, там чуть почище есть. Только купайтесь здесь. Просто сегодня было очень много здесь уже ребят с квадроциклов, поэтому типа они загрязнили. Блин, ребят, тут вода обычно чистая. Ну, видите, перед нами штук 50, наверное, человек было. Все, если нырнули, скорее всего. А там вышло Лен, ничего, да, нет? Обычно чистая, как следа. Ну, хер знает, сколько надо было людей туда запихнуть, чтобы так загрязнить. Это полиция шикарности. Налог сейчас тебя за шикарное тело возьмут. Блин, Лен, к тебе тоже подгребает она. Ну, я человек простой, как вы понимаете. То есть меня это тоже не остановило. Мне было дико жарко, плохо, хреново. Я прям с разбегу с головой прыгнула в это болото, в эту лужу. Лен, выпить воды из реки слабо. Помнишь, ты тогда пила с лягушками? Лесь, красивый, иди, я тебя снимаю. Постарайся. Ой, ой.
О, Лесь, эти ноги. Игорян, где заканчивается Леся и начинаются ее ноги? Ты различаешь? Они сразу от шеи. Несколько фактов об Олесиных ногах. То, что для обычных людей штаны, для Олеси шорты. Колени ее ног начинаются там, где заканчиваюсь я. После того, как Олеся полностью сформировалась, ее ноги продолжали расти. Что вы знаете о бесконечности? Лен, ты что писаешь там? Притаилась такая. Эрика через 10 лет. Игорян, тебе понравилось? Честно? Да, прикольно. Прям по этим квадрикам. На него. И чуть не слетел. Нет, все-таки адреналина хапнул, прикольно. Понравилось, но очень сложно, очень сложно. Ну все, мы погнали на уже квадрики квадриками, а ужин по расписанию. Мы искупались, уже такие чистенькие. Ребята вот там где-то намываются, вот. Идут. О, вон они, грязнульки идут, наши поросятки маленькие. Нет, как танцуют красиво, да? Пуанты по ней плачут. Блин, офигеть. Да что нам так красиво двигаться? Бля, Лесь, охеренно просто. Пойдемте. Сейчас все в обморок упадут. Пупсики на ужине. Ребята, отмечу, что, кстати, все нормально у меня по диете. Ничего не сорвалась, сладкого, жирного не пожрала, все хорошо. Горешка за меня пожрет. Вон, уплетает как. Приятного аппетита. Спасибо. Так как это был второй проигрыш Игоря, задание придумывать намного сложнее становится с каждым разом. Ну что, все готовы? Вот и настал час X, когда Игорян должен будет выполнять свое задание. Какое же задание придумать Игорю? Игорь, который придумает всем жесткие задания и проигрывает второй раз. Нам нужно повышать, получается, сложность. Ну, мы ему придумали, по-моему, очень крутое задание. Он должен быть найти 5 женщин, не детского возраста. 18+. Совершеннолетних. Совершеннолетних. И сделать с ними 5 фотографий, где он держит их на руках. Женщин, незнакомых, на ручке. Представляете? Ох, капец. Удастся ли ему уговорить 5 женщин? И сколько они будут весить килограмм? Люба раз, Олеся 2. Не, незнакомых женщин. Эрика 4, и мне только одну найти. Незнакомых женщин. Посмотрим, удастся ли ему выполнить задание. Можно это мы узнаем прямо угодно. Сейчас. Кого угодно. Нет, женщин. Только женщин красивых. Таких же красивых, как мы. Let's go. Горян, ну как, ты переживаешь? Нет, не переживаю. Конечно, подбухнул уже. Кофе, а может, что покрепче лучше выпить? Ну, я думаю, ладно, это хотя бы не в купальнике ходить. Думаю, хрен с ним, с этим справлюсь. Погнали? Да, погнали. Ищем жертву. Выбирай бухающих, они не откажут точно. Честно говоря, я была уверена, что Игорь в легкую справится с этим заданием, но тут что-то пошло не так. Мало народу, Люб, мало народу, выбора нет. Может быть, на море сходим? Мне кажется, это очень сложное задание, реально. Я сейчас понимаю, что это реально жесть. Я думала, что он сейчас вообще просто порвет всех, соберет кучу вообще женщин вокруг себя, будет всех брать на руки, крутить, вертеть, так жонглировать ими. Но мое удивление, он как-то так подрастерялся. Вот бабушка сидит, нет? Не, ну а что? Ну а что, он тебе не женщина, что ли? Вот девушка такой стоит. Семейный отель просто, Игорь, Игорь. Вот девушка одна стоит. Блин, сколько попустил. Замялся, ходил, думала, сейчас будет бегать от одной к другой, пятой, десятой. Кто-то так бродил, посматривал, говорит, Игорян, давай к этой, давай к этой, давай к этой. Вот, спроси вот у этих женщин, а почему нет? Они две? Да поднимешь, ты что, гонишь? Просто спроси, да, фотографируют. Ты что, по-любому поднимешь? Говорю, уж попробуй уже ты. Он очень долго ходил, выискивал жертву. К одной подойдет, отойдет. Это ему не нравится. Мы ему говорим, вот женщина идет прекрасная. Нет, что-то в ней не то. Он стоит. Смотри, две сзади идут, берет? Блин, не знаю, но это очень пухло, это очень высокое, это да-да-да. Короче, начал мямлить, я была в шоке. А вот смотри, вот эти вот, которые всяко лежат, их по-любому можно будет. Давай, Горяна, единственное. Вот девушка идет. Ну, мне кажется, что ему еще было не очень комфортно, потому что Любка рядом вроде шла. Ну, как бы все понимают, что шутки, все нормально, но я думаю, какая-то все равно была у него неловкость.
Мы так долго еще будем. А что делать? Пять штук надо, Игорёш, пять штук. Сколько там у меня? Ноль, пока ноль, Игорян. Поднажми. Это слишком большая, это слишком молодая. Так вот он мямлил. Потом подошел к какой-то девушке, она ему отказала. Мы думаем, ну все, хана. Пойдем дальше. Давай еще, не теряй надежды, в том согласится. Лежат на лежаках, бухают, зачем им нахер эти конкурсы нужны? Игоряна, ты не говоришь, что ты спортная игра. Да, ты это тоже не подсказывай. Я жуку не говорю, что я спортная. Ему пришлось быть самому. Вот, женщины, они всегда соглашаются на движуху. Вот, женщины лежат, они точно согласятся. Вот, три. И выбирать молодых, которые не хотят. Вот, да, молодые не будут. Просто. А взрослые, они скажут, ой, конечно, давай, мелочек. Игорян, прекрати выбирать, что происходит. Нет. Такой кастинг устроил, нормально? Нет. Да, это некрасиво. Вот это, а у этой прыщи. 50 кг с длиной 2-метровых ног. Как у тебя? Но потом он взял всю свою волю в кулак. Вот три девушки сидят. Вот, смотри, они стоят. Вот. Да. Да, может кто-нибудь одна точно согласится. Хотя бы одна согласится. Давайте, он сильный. Да. Одна сказала, не надо мне, пожалуйста, только поднимать. У меня тут складочка соберется, возьмите меня на спину. Он ее на спину, там мы все пофоткали. В общем, круто. Давай, есть, одна есть. О, люди, конечно, реагировали не все нормально. Некоторые, не надо меня фотографировать. Уберите камеру, уберите камеру. Ты прям вот раз спросил и все. И спросил и все, давай. Девушка, я проиграл в конкурсе, мне нужно сфоткаться с пятью женщинами. Можно с вами сфоткаться? Нет, я не фотографирую. Ну, ничего страшного. Горян, самое главное, уверенно сделал. Молодец. Ничего страшного. Попробовать и не получилось, чем не попробовать. Да, правильно. Согласна полностью. А некоторым, наоборот, о, блин, круто, давайте сами так на руки к ним прыгали. Задание попало. Вот, давай, давай, Горян, давай. Можно все по очереди, если хотите. Опа! А, молодец, есть! Вторая есть! Все, супер, еще три надо. Скажите, пожалуйста, это нормально, что вот незнакомый мужчина подходит и предлагает подержать вас на руках, еще и сфотографироваться заставляет? Как вам это? Нормально. Нормально? То есть вот сейчас еще один подойдет, вы тоже разрешите? Да. А почему вы не захотели? Ну, простите, у меня возраст уже не тот. А, молодые ты... люди меня на руках. Понятно. Но вы прекрасно прекрасно выглядите, и тем более мужчины сильные. Я думаю, он бы точно вас осилил, даже двоих бы. Ну, есть, таковы. Но на всякий случай решили не рисковать, да? Да. Мы уступим молодежи. Правильно, правильно. Это прикольно. Это очень прикольно. Да? Молодцы вообще. Спасибо. Это вообще вот. Все, спасибо вам огромное. Девчонки, вы не соглашаетесь, молодцы. Давай. Да, третья есть, спасибо, отлично. Некоторые просто, мне кажется, стеснялись, потому что они толстые, поэтому не хотели фотографироваться. Бери двоих и горят. Но мы не засчитаем тебе. Надо будет еще, надо будет еще одну взрослую женщину. Ну давай для прикола. Давайте я подниму их и вас потом. Не надо. Эрик, заподкани. Подкани. Ну, в принципе, конечно, двоих можно было за одну засчитать взрослую, но нет. Там даже бонусом я сфоткался с двумя детьми на руках. Девушка, мне для задания нужно сфоткаться с пятью людьми. Я проиграл. Привет, она точно согласится. Давай. Только он, подожди. Смотри, только смотри, на руках. Забыл уточнить. Не... Давай, Эрика. Я мокрая. Нормально. Ему уже... И в масле были нормально. Это что, четвертая? О, отлично. Последняя стала. Спасибо тебе большое. Давай, последняя. И ты скажешь, что она у тебя пятая. Ты можешь. Опа! Перевыполнил норму. Есть фотка?
это нормально, что незнакомый человек подходит и просит сфотографироваться на руках с тобой? Ну, на пляже, да. Можно? Да. Ты всем вот так вот разрешаешь? Я просто подписана на вас. Она подписана. Прикольно. Спасибо тебе большое, что не отказала. Спасибо большое. Он еще не знал, что в конце я ему предъявлю. Мы приедем домой, я скажу: ага, держал баб на руках, получай. Скажи мне, теперь ты мне дома будешь за это предъявлять? Конечно, будто ты офигел, 6 баб на руках подержал. Ну а что теперь? Ты думаешь, что то, что было в Турции, останется в Турции? Тох. Ты хотел бы оказаться на моем месте? Мне понравилось, я да? хотел проиграть, наверное. Ты подумал, зря ты так четко бросал эти дротики, ну, да? В следующий раз я проиграю. Эрик, а ты ревновал бы, если бы он поднимал? Так? Серьезно? Я бы наверх девушек прыгала. Думаю, ах так, чужую поднимаешь и меня еще сверху поднимешь. Ты бы, наверное, запомнила всех, потом подошла бы, да? Волосы оторвала бы. Правильно, был бы интересный контент. Короче, Горян молодец. В итоге, несмотря на сложность задания, он его сделал. Молодец, Игорешка! Экстремально очень. Все, как я люблю. Сейчас, секундочку. А в этот раз не плыла. Так что пофиг, нормально все. Все круто. Горян второй раз проиграл. Так ему и надо. Нет, ну... Нет, отлично. Все, кстати, достаточно. И двое детей. Каждый по руке. А, по руке на каждый. О, вернее, по ребенку на каждой руке. Пьяный, что ли, горю? Нет. Как волнительно. Ты чем прикалываешься? А тебе нравится, что мы смотрим в камеру? Да, конечно. Да? Это же как интервью, да. Ну и потом... Можно сказать, конечно, мы придумали очень прикольное задание. Он должен... Я забыла, как начать. Скажите. И ты еще сказала, что сейчас все. Так вообще так выражаются люди? Да, конечно. Я прости, что трачу твое время. Тем более, да ты что, гонишь? Не, все нормально, все нормально. А дальше у нас было... Да. Дальше у нас было... Люб, что за херня? Подожди. Ты меня сглазил? Ты меня сглазил. Shit is so easy, damn. Now you claim that it's you on the tips of the gun. And if you're proud of what you had to kill to get your thrill, well, I bet it stings to give up everything and realize.